улучшения финансового благосостояния граждан России и стран ближнего зарубежья. Мы можем вам сделать ваше финансовое положение комфортным. Это информация для тех, кто недоволен сегодняшней ситуацией, кто считает, что достоин большего и готов для этого что-то делать. Меня зовут Людмила, моего мужа Степан. Степан, мы пришли в проект продвижения, чтобы начать новую жизнь. Мы работаем на Авито, Одноклассниках, ВКонтакте. Это ново и очень нам нравится. Я представился. Давайте познакомимся с вами. Напишите, кто откуда и кто к нам сегодня пришел. Я из города Иркутска. География наша большая. Ярославль, Барнаул, Новоалтай, Сухой Лог, есть очень много городов. Представьте, какая география, какой у нас предел наших возможностей. Приветствую свою команду на вебинаре, которые пришли поддержать меня. Почему мы выбрали предпринимательскую деятельность? Жить по шаблону государства мы не захотели. Детсад, школа, институт, работа, пенсия. Мы уже пенсионеры. Хотим поменять свою жизнь. И у нас у пенсионеров пенсия 8-10 тысяч. Государство уже от нас отвернулось. Мы пришли в Орифлейм, у нас жизнь начинается по новой. Зарплата у нас в Орифлейм до 30 тысяч в месяц. Новые богатые зарабатывают деньги через интернет. Сейчас интернет-коммерция, интернет-торговля развивается очень быстро. Сегодня почти 20 миллионов россиян покупают онлайн разные товары. Люди это охотно делают. Интернет сейчас как средство продвижения бизнеса. В каждом доме есть интернет. Хорошая возможность для всех. И россияне не только ищут информацию, но и совершают покупки в интернете, идет оплата услуг. Я очень пользуюсь оплатой телефона по интернету, оплата за квартиру, коммунальные услуги. В общем, интернет сейчас у нас, как, наверное, на первом месте. Новые экономические условия заставляют бизнес искать альтернативные решения для продвижения товаров и услуг. Большинство компаний обозначает интернет-рекламу как тренд настоящего времени и ориентирует свой бюджет на онлайн-продвижение. Почему? Доступность, массовость, мобильность, скорость, цена, способы продвижения, отсутствие территориальных границ. Цель любого бизнеса – получение прибыли. Прибыль. Нужно создать сеть потребителей. Чем больше сеть потребителей, тем больше у вас товарооборот. Чем больше мы создаем товарооборота, тем больше у нас прибыль. Теперь нам понятно, что для того, чтобы цель нашего бизнеса – это создание товарооборота. Как нам уже, нам, наверное, уже это понятно, что мы здесь создаем товарооборот. Как мы его создаем? Для того, чтобы продукт должен быть востребован и решать чью-то проблему или удовлетворять потребность. Продукт должен очень быстро расходиться. Косметика – это оптимальный товар для создания бизнеса, который работает на тебя 24 часа в сутки. Что люди делают каждое утро? Моются, бреются, чистят зубки. По последним данным, за 2013 год в данном сегменте произошел огромный рост, плюс 31%. Это означает очень хорошее развитие рынка. Уникальный бренд.
должен быть популярным в России и за ее пределами и ориентирован на разные слои населения. Простой анализ рынка показал, что таким уникальным брендом является шведский косметический концерн под названием Oriflame. Почему Oriflame? Возраст компании 47 лет, масштабных более в 67 странах мира, товарооборот в год до 2 миллиардов евро, 5 собственных производственных фабрик, 2 исследовательских центра, раскрученный бренд, товары повседневного спроса, официальный доход проводной через банк, нет финансовых вложений, ассортимент более 1,5 наименований продукции, скидка от 18% на весь ассортимент продукции, 17 зарплат в году, каждые 3 недели, постоянно растущий доход, пассивный доход в будущем, возможность путешествия за счет компании, готовый бизнес по ключ, стоимость франшизы 149 рублей или бесплатно. Компания нам всегда делает акции, постоянно делает подарки, одну акцию за другой. И старые классические методы, которые мы пользовались раньше, уже сейчас неприемлемы. Промстойки, анкеты, каталоги, работа под открытым небом. Все это заменил комфортный, уютный офис возле компьютера, не выходя из дома. И что мне очень нравится, у меня такой свой кабинетик, в котором я себя чувствую комфортно. И бизнес полностью помещается в ноутбуке. Вы не привязаны к бизнесу территориально. Сами выбираете, когда вам работать, когда отдыхать. И сами определяете уровень своего дохода. Здесь не важны возраст, пол, образование. Система позволяет полностью дистанционно управлять командой. Обучать и обучаться, не выходя из дома. Почему Oriflame? Это современный онлайн-магазин. Легальность, официальность, надежность, высокое качество, доступные цены, раскрученный бренд, сертифицированная продукция, большой ассортимент и быстрая доставка продукции во все регионы России и стран СНГ. Это здорово. Любой бизнес – это система. Чем проще эта система, тем она надежнее. Ею легче управлять, ее легче строить и развивать. Онлайн-проект продвижения. Наше уникальное бизнес-предложение. Теория этого бизнеса очень проста. Создать товарооборот большим количеством потребителей. Не продавцов, а потребителей. Купили себе, создали товарооборот. Чем больше у вас сеть потребителей, тем больше будет товарооборота, тем больше у вас будет расти зарплата. Сколько по статистике, вот сколько каждый человек тратит для своей семьи? 500 тысяч, 5 тысяч, у кого какие возможности? Если здесь мы еще покупаем витамины для себя, коктейли, супы, все это питание. И поэтому доход семьи может расти в зависимости от личных потребностей. Арифметика. Тысячи человек, регулярно совершающие покупки в онлайн-магазине. Одна тысяча человек регулярно совершает покупки в онлайн-магазине. На 1000 рублей создают товарооборот. А в 1 миллион рублей ваш доход 100 тысяч рублей в месяц. Но это нужно все отработать. А система уже работает. Онлайн-проект, он запущен. И люди уже здесь получают хорошие деньги. Все зависит от нас. Итак, вы видите, что бизнес очень простой. Пользуемся сами, приглашаем людей делать также то же самое и получаем за это огромные деньги. Заплатит вам компания Oriflame за то, что вы привлекаете клиентов. Для того, чтобы они купили в нашем магазине продукцию для себя, чтобы помыться. Если вы пригласили 6 человек, и они сделали заказы на 6 тысяч рублей, вы уже на 3%. И вам компания заплатит 180 рублей. Это первая маленькая зарплата, но она достойная. Чем больше вы будете приглашать людей, будет расти ваш товарооборот. Если вы в свою команду пригласите 230 потребителей, которые сделают заказы на 600 рублей, вы получите товарооборот 225 тысяч рублей, и вы уже на 22%.
и компания вам заплатит 49 500. Но это потребители. Но у нас еще придут лидеры, которые тоже захотят здесь в это работать в нашей компании, приглашать людей, которые нуждаются в деньгах и которые хотят изменить свою жизнь. А такие люди есть. Их надо просто найти. Найти тех людей, которые хотят это сделать так же, как мы. Как проще одному человеку? С помощью команды мы можем пригласить 1000 человек. И если мы будем приглашать и приглашать и приглашать, то у нас мы будем приглашать 5 человек, и они бы все наши вся наша команда будет делать те же действия, что и мы, и будем приглашать также по 5 человек. И если постоянно будет это прибавляться, мы можем создать такую организацию 780 человек. И таким образом делаем огромные команды с миллионными товарооборотами. Мы приглашаем всех не просто сменить магазин, мы приглашаем зарабатывать. Где мы найдем людей? Нам нужно создать поток людей, которые бы все пришли к нам в команду. Мы пользуемся соцсетями, общаемся с людьми, ставите классы, лайки, оценки, оставляйте комментарии к фото, участвуйте в обсуждениях. Мы делаем то же самое, только не впустую тратим свое время, а для поиска партнера в бизнесе. Кроме соцсетей, есть доски объявлений, где эти люди ищут работу, и наше предложение будет как нельзя кстати. Люди ждут нас, только надо вовремя прийти им на помощь. Смотрите, сколько у нас уникальных возможностей. Нужно поделиться. Поделитесь, пожалуйста, кто из вас пригласил в наш проект. Что нужно делать в нашем бизнесе? Потреблять, посещать, приглашать. Это несложно. Мы должны поменять обычный магазин на интернет-магазин и покупать себе со скидкой от 18 до 70%. Это несложно. Обучение. Здесь идет обучение. Обучение идет бесплатно. 7 дней в неделю. Нужно сейчас именно потрудиться, именно сейчас, в данный момент, чтобы потом... потрудиться, чтобы потом была отдача, чтобы больше вложить время на обучение, потому что нигде, ни в каком институте бесплатно сейчас не обучают. Идет обучение бесплатное. Я каждый раз стараюсь, чтобы на наше ВВО приходили мои новички, мои консультанты, мои через одноклассников, моих знакомых. Прошу помощи у своих близких, родных. И они идут ко мне, помогают мне, потому что первый раз меня попросила помощи моя сестра. Приглашение. Приглашаем как? Реклама. На рекламе. Отклики собираем на Авито. Контактов. Я уже говорила. На Авито у нас очень хорошо получается. Вы даете рекламу, получаете отклики. На полученные отклики вы даете информацию о бизнесе, регистрируете желающих, присоединиться к проекту и обучаете людей делать то же самое, что и вы. Идет дублицирование. Кто вам будет помогать? Компания-производитель. Поддержка и обучение индивидуально вашим менеджерам или директорам. Скайп-чаты 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 90% за вас, как 90% за вас, как собственника бизнеса делает компания. Разработка продукции, создание каталога, доставка товаров, подарки и акции. У вас у каждого есть спонсор, который вас пригласил. Он крайне ваш заинтересован в вашем росте и развитии.
Поэтому его задача является информационная помощь вам. В скайп-чате вашей команды вы получите помощь и ответы на любые вопросы. Чтобы ваш бизнес быстрее рос и развивался на первоначальном этапе, возможно, ваш спонсор будет помогать строить вам группу, приглашать новичков. Одну ветку строит вам спонсор, вторую веточку строите вы сами. Чем больше вы будете приглашать людей, тем быстрее будет расти ваша веточка, и к ней будут еще примыкать другие веточки. Ваша карьера. Сотрудничая с компанией Reflame, вы можете запланировать тот уровень, который вас устраивает. Кто-то сейчас находится на самой первой ступенечке, это консультант Reflame. Лестница. Когда я ее увидела первый раз, на ней было очень много денег. И их можно только постараться взять. Где еще, в какой компании, которая 47 лет на мировом рынке и с такой репутацией будет, в общем, можно обогатиться здесь. Все зависит только от нас, что в нашей голове. Но я думаю, что у нас у всех успех, успех и успех. Доход у нас официальный. Налог у нас упрощенный 6%, чем в 7 раз ниже, чем на любой наемной работе. Индивидуальное предпринимательство, 17 зарплат в году, стаж, пенсионное отчисление легально. Немножко скажу о себе. Когда у меня накопилось в компании Reflame 400 тысяч рублей, это были для меня очень большие деньги. Я думала, что я буду с ними делать, когда я их получу. Открыла счет. Мне отправили в банк. Я, значит, ночь не спала и думала, что я буду с ними делать. А банк распорядился. Он мне сказал, мы можем вот такие деньги не выдаем и будем выдавать по 100 тысяч в месяц. Вот поэтому еще деньгами нужно научиться пользоваться и распределять их. Так что, а для, вот, если у вас, например, еще не открыт счет, ну, вы будете, как они, вот у вас хранится в Reflame. И деньги эти никуда не денутся. Компания все отдает. Только надежная компания. Что вы получаете? Свой успешный бизнес, который можно передавать по наследству, путешествия с компанией, личностный рост, карьерный рост, постоянно растущий доход, пассивный доход в перспективе, признание от компании, от партнеров по бизнесу за ваш успех, работа в команде с позитивными и успешными людьми, льготное авто и ипотечное кредитование и многое-многое другое. Компания у нас мировая. Начните свой бизнес сейчас. А сейчас хочу поблагодарить вас, что вы прослушали, пришли на эту презентацию. Сегодня первый день каталога. Хочу поздравить вас. Хочу сказать вам, что в том каталоге, кто получил 200 баллов лояльности, то, пожалуйста, не забывайте, заберите ее, потому что компания сделала подарок на один каталог. Пожалуйста, очень поменяли программу лояльности, все только для потребителей, поэтому не забывайте. Начни свой бизнес с Reflame. Поздравляю свою команду, которая пришла поддержать меня, Надежду, Свету, Лену, Таню. Привет моей сестре из деревни Приборовое, племянницу, подругу Валю, Насонову Елену, которые со мной пришли в Reflame и поддерживают меня уже много лет. И сейчас они вступают также в проект вместе со мной. Тренинг «Успешный старт. 8 шагов». Интернет-магазин Reflame. Мы делаем рекомендации, рассказываем про Reflame, рекламируем. За это нам компания делает подарки. Подарки за покупки, программа лояльности Reflame, про которую я только что сказала. Программа лояльности Reflame. Собирай специальные бонусы, баллы за каждый заказ и обменивай их на подарки. Делай покупки по самой выгодной цене. Если у вас есть новички, которые сделали в том каталоге 100 баллов. И еще сейчас для спонсора, если под ним есть, тоже сделаю новичок 100 баллов, не забывайте забирать 80% скидку. Это очень здорово.
Поэтому у меня консультанты очень довольны, покупают туалетную воду за 230 рублей. Это такая вот у нас компания, которая делает нам постоянно подарки. Общение по скайпу. Созваниваемся, разговариваем. Поэтому сейчас, какой бы уголке страны ни был человек, но связываемся по скайпу. Активировать личный кабинет и обучающую рассылку. Тоже приходит на почту, что нужно подтвердить свою регистрацию. Чтобы активировать номер, нужно оформить заказ на сайте Reflame или по горячей линии. Я очень часто звоню на горячую линию, всегда получаю ответы очень быстро. Все доступно. Третий, четвертый шаг. После активации вашего личного кабинета и регистрационного номера запросите пароль от обучающего раздела для новичков на сайте «Проект продвижения». Пятый шаг. Помощь большая, очень, даже вот не представляете, какая помощь приходит от этого, от продвижения. Спасибо им большое, потому что учимся жить по-новому, учимся планировать. Очень мне нравится общаться в чате, где много людей, которые тоже вступили в эту. Очень большие идут, как бы начинается общение с людьми, начинаешь смотреть по-новому, и маленько как бы люди начинают зажигать тебя, и ты уже хочется что-то ответить. И, в общем, очень здорово. Я вообще очень рада, что пришла в этот проект. Организовывать рабочее место и подготовить рабочие инструменты. Блог, список знакомых никто не отменял, потому что их очень много, и они нескончаемы. Рабочие аккаунты в соцсетях. Вся информация на канале Академия продвижения. И сейчас у нас будет шестой шаг. Принять участие в программе. Добро пожаловать в Oriflame. Седьмой шаг. Программа «Добро пожаловать» — это просто и выгодно. Для новичков супер хорошее предложение. Размещай заказы в течение трех каталогов и получай подарки. Эксклюзивная скидка 200 рублей. Один продукт со скидкой на 50%. Это от цены. Дистрибьюторская цена делится наполовину. Это очень выгодно. И любой продукт по программе лояльности. Можно накопить лояльность на три каталога, купить что-то себе. Или можно взять даже вот за каждые 100 баллов. Очень выгодно. Просто показывайте каталог, собирайте заказы. Если как мы пришли, может, некоторые пришли не для того, чтобы показывать каталог. Но есть у нас еще каталоги, электронные каталоги. Если вы можете в интернете, то это очень тоже хорошо. Я тоже хочу это освоить. Поэтому у нас идет как интернет, и он развивается. Интернет, компания Reflame, она нас соединила с мужем, у нас общие интересы. Мы сейчас вот на пенсии, у нас совсем другая жизнь. И сейчас вот у нас седьмой шаг, посещать обучающие вебинары. Время московское, понедельник, пятница, в 17-18 часов Москвы. В субботу в 11 часов очень интересные истории, очень много познавательных, поучительных. Я очень благодарна своей команде еще раз, которые выходят на эти вебинары, на ВВО. Я стараюсь приглашать новых людей, обзванивать, просить помощи, приговорить, что здесь очень интересно, что не выходя из дома, многие люди, которые, я говорю, просто вы сейчас поработаете, может, вам понравится. И мне так хочется, чтобы у меня была большая, большая организация. Я раньше не понимала, думала, хотела такую большую организацию. Но сейчас я очень довольна. Я думаю, что у меня будет подъем. И придут люди, которые захотят так же работать, как и я, вместе со своим мужем. Если кого не видела, всем спасибо. И последнее у нас, что нужно делать после регистрации? Нужно приглашать на следующую презентацию проекта 5 человек. Но я думаю, что мы должны также присутствовать как лидеры. Потому что когда приходят, вначале, когда человек приходит, только начинает, и он обязательно ищет своего спонсора, который его пригласил, чтобы поддержать, а может даже и порадоваться, что вот я вышел, вы меня пригласили, я вышел. Поэтому обязательно нужно присутствовать. Я понимаю, что это работа, работа, которую должны любить, работа, которую должны любить людей, и чтобы положительно притягивалось только положительное. Воспользуйтесь вашим списком знакомых.
начинать работать вместе с друзьями. Это возможность получать удовольствие и намного повысить шансы на успех. Запишите список людей, которые могут быть заинтересованы в получении дополнительного дохода, и пригласите их на такую встречу завтра, переслав им ссылку. И что вы там отправите? Мы предложили участие в онлайн-проекте. Уверена. Мне предложили в онлайн-проекте. Я уверена, что у нас вместе получится все гораздо быстрее. Есть одна бизнес-идея. Мне интересно твое мнение. Такими вот вы можете приглашать. Все это есть. Сейчас такая система, все продумано. Для нас все продумали. Мы только должны это все взять, постараться. И, ну, все продумано, ничего выдумывать не надо. Как вот раньше мне говорили, ничего выдумывать не надо, не надо изобретать велосипед. Здесь уже все продумали за нас. Вы только берите, пользуйтесь, учитесь. И, ну, наверное, отдаться этому делу, чтобы здесь есть результат. Потому что в Oriflame это все, это вот Oriflame, это моя жизнь. Все, я люблю Oriflame. У меня все. Целый день старалась учиться. Может быть, какие-нибудь вопросы есть? Спасибо спонсорам моим. Спасибо проекту продвижения. Спасибо всем. Спонсор, включайся. Я оставила вам время.